Запись пошла, давно этого не делал. Приветствую вас, дамы и господа, те, кто будет смотреть это в записи. Лекция будет про дворфов или дворфов. Не знаю. Произношение. Вот. По дворфов в основном они будут затронуты. Общая информация по дворфам. Информация актуальна для пятой редакции. Большая часть информации взята из... Ну, вообще, это компиляция информации с открытых ресурсов, но хорошая часть взята из тома «Мордекайн», «Том о врагах». «Мордекайн» с «Том Софоя». Или «Том Мордекайна о врагах». Кто хочет поинтересоваться, то есть советую группа dungeonsanddragons.ru. Группа ВК занималась переводом, ну, насколько я понял, первичным переводом, поскольку, ну, поскольку огромное количество ошибок и несостыковок в тексте, первичным переводом. Насколько я понял, в данный момент они ведут редактуру этого текста. Вот. Также во время, скажем так, записи будут задаваться вопросы с чата. Чата я не буду выводить, но его нафиг. Вот, и, соответственно, какие-то интересующие людей, которые находятся на стриме, это запись именно стрима, будут озвучены, и, соответственно, будут на них даны ответы. Вот. Ну, дворфов называют не только стенками, их зачастую называют малым народцем. Не знаю, по-моему, звучит довольно презрительно. Также звучит как дварф или дворф. Как бы и так правильно, поскольку слово не русское, нет именно правильного прочтения. Вот, ну что, давайте начнем. Давайте, поехал наш имбент. Будем надеяться, нам его хватит. Давным-давно дворфы были единым целым, и все поклонялись Мородину. Божеству, что создал первых дворфов из металла и пламени. В наши дни эта раса разделена на тех, кто все еще принимает его как своего отца и творца, и на тех, кто поклялся свергнуть его с божественного престола. Пока дворфы, верные Мурадину, наслаждались искусством ремесла и образованием сильных семейных уз, дургары, озлобленные существа, создавали свои творения без какого-либо желания. Единственное, чем они действительно наслаждаются, это налеты на крепости дворфов с целью удовлетворить свою жажду крови и нажиться богатством. Конфликт случился много веков назад, во времена образования нового мира. Почти все дворфы были более чем довольны, что могут строить свои дома в горах, на холмах, заполненных рудой и драгоценностями. Они копаются слишком глубоко под землей. Однако дворфы клана Дургар оказались одержимыми погружениями в подземье. Шахтеры клана постоянно твердили, что большие залежи золотой и железной руды лежат прямо под местом, которое клан исследовал. По их мнению, еще немного поработав киркой, они могли бы получить столько богатств, о которых даже и не мечтали. Эта одержимость укоренилась во всем клане. Вскоре любая другая деятельность в их обществе прекратилась. Горны охладели, а храмы Мородина опустели. Каждый дворф, способный держать кирку или лопату, отправлялся работать на шахтах. Дворфы беспрестанно копали, разбивали породу и рыли туннели. Когда слабейшие из них падали замертво от истощения, остальные приостанавливались лишь для того, чтобы оттолкнуть трупы и продолжить рыть. Только самые выносливые представители клана с железной волей смогли пережить эту жестокую кампанию. Когда дворфы наконец прорвались в пещеру, там они нашли причину своей одержимости. Великий, старший мозг и его летиды поджидали их, готовясь сделать следующий шаг к покорению клана Дургар. Монстры посылали психическую приманку, игравшую на жадности дворфов и нескончаемый режим работы, который был результатом их одержимости, отсея всех, кроме лучших образцов для работорговли. Элитиды не имели никаких проблем в подавлении оставшихся дворфов своей псионической силой и вскоре заставили их работать. Дворфы оказались способными рабами, однако старший мозг видел в них еще одну пользу.
Дворфская врожденная сопротивляемость к различным вредным веществам сделала их подходящими для проведения ужасающих экспериментов над ними. Поколениями психического и физического воздействия привели к мутациям пленников, существ, обладающих собственными особыми силами. Со временем у порабощенных дворфов появился лидер, именуемый Ладугуэром, который заключил сделку с Асмодеем и пообещал помощь клана Дуэргар против намерений Лоус в подземье. С помощью Лорда Девяти дворфы свергли своих хозяев элитидов в Великом Восстании. Наконец, Ладугуэр отправился со своими кланом наверх, чтобы воссоединиться с миром, который они покинули. По возвращению Ладугуэра и его людей к дворфам поверхности, они были потрясены враждебностью, с которой столкнулись. Ладугуэр быстро осознал, жрецы Мародина давно повесили ярлыки еретиков на потерянные кланы. И говорят про них только как о подпредметном уроке о судьбе дворфов, которые отклонились от учения Мародина. Ладугуэр отрицал подобное отношение, жрецы настаивали, что Мародин посылал предзнаменования и знаки потерянным дворфам, но те не приняли их во внимание. Посланники из других кланов обнаружили, что крепость клана Дуэргар заброшена без свидетельств вторжения, чумы или других бедствий. Хуже того, храмы Мародина остались без ухода. Только лень, жадность и презрение ко всеотцу могли стать причиной случившегося с кланом. Ладогор пытался объяснить, что его людей заманили в ловушку пожиратели разума. Но никто не хотел слушать его утверждения. Таким образом, не имея другого выбора, потерянный клан бежал обратно в подземье. Ладугуэр обратил свою ярость на Мародина. Предполагаемый отец дворфов закрыл глаза на то, как они попали в ловушку элитидов, и не предпринимал никаких действий, пока клан терпел невыразимые страдания. Ладугуэр и его последователи поклялись, что не успокоятся, пока все отец дворфов не умрет. Тогда Ладугуэр и займет его трон. Разумеется, объявив о своем намерении уничтожить Мародина, Ладугуэр спровоцировал войну между дуэргарами и другими дворфами. Мало кто, кроме дворфов и дуэргаров, понимал и оценил реальные масштабы и интенсивность сражений между двумя этими расами. Рассматривая в широком смысле этот конфликт, он скорее является великой войной на истощение. Воюющие стороны не часто получали или теряли территории в результате битв, однако в локальных масштабах сражения были жестокими и беспощадными. Дуэргар вели упорную партизанскую войну, устраивали внезапные налеты и зверские нападения на отдельные группы дворфов. Дуэргары часто начинали атаку, создавая подкопы под маленькие поселения, затем врывались на вражескую территорию, почти не оставляя никого в живых. Если целью являлся грабеж, а не убийство, дуэргары могли по несколько недель рыть туннели, чтобы проникнуть в хранилище дворфийских сокровищ и украсть их прямо из-под носа владельцев. Дворфы, в свою очередь, предпочитали оборонительную тактику, понимая, что от попыток устроить крупномасштабное сражение не будет много пользы. Они активно защищали свои крепости и внимательно следили за любыми признаками туннелирования. И время от времени отправляли отряды дворфов, которые наносили урон крепостям и лагерям дуэргаров. Помимо этих наступательных действий, дворфы иногда посылали небольшие отряды исследователей или разведчиков, чтобы узнать о деятельности дуэргаров или вернуть украденные сокровища, если это было возможно, не привлекая много внимания. Вечная война между дуэргарами и дворфами не поглотила ни одну из сторон. У каждой были свои проблемы и потребности, занимающие много времени и внимание. В то же время бесконечная война не покидала мыслей, каждый дворф знал, что случайная встреча с дуэргаром может стать фатальной, а всякий дуэргар не мог желать чего-то большего, чем получить такую возможность. Итак, дворфы. Бог дворфов Мародин создал дворфов в своей мастерской. Он выковал их из раскаленного металла, охлажденного его дыханием. С тех пор дворфы почитали Мародина и стремились идти по его стопам. Посредством постоянной, планомерной работы, они стремятся подражать идеальному примеру, установленному создателем искусства и навыков,
преследуемых дварфами. Для дварфов Марадин – творец. Своим безупречным мастерством он создал первых дварфов и вселил им чувство неустанной цели. Наставил применять свои собственные ремесленные навыки к необработанным материалам вокруг них и тем самым открывать красоту, которая скрывается внутри. Марадина поклоняется, как все отцу, в знак его роли прародителей дварфской расы. В этом аспекте ему также приписывают не только рождение дварфов, но и воспитание в них глубокого уважения к семье и клану. Он демонстрирует, как дварфы родители должны воспитывать детей, прививая им желание трудиться не только ради себя, но и способствовать общему успеху. Подобно тому, как Марадин присматривает за всеми дварфами, дварфы присматривают друг за другом в пределах клана. У дварфов ярко выражено стремление к прогрессу. Каждый проходящий день обязан приближать их к стандарту, установленному Марадином. Осознавая свою смертность, они видят, что многие столетия, дарованные им, слишком коротки и не рискуют расточительством даже одного дня. Марадин создал для дварфов стойкие тела, дав им силу работать на протяжении долгого времени. Вместо того, чтобы передать им все свое мастерство, он наполнил их душу пылающим желанием следовать его примеру. Его дары долговечности и цели дали дварфам все, что им нужно, чтобы посвятить свою жизнь стабильной работе, оттачиванию своего мастерства и духовному совершенствованию, пока они преображают в чудесные творения камни и руду. Дварфийские мастера относятся к плодам своих трудов с той же любовью, что представители других рас испытывают к своим детям. Дварфские работы создаются веками и остаются наследством миру даже после смерти его творца. Каждый предмет, созданный дварфийскими ремесленниками, веха на пути к овладению и совершенствованию техники. Все работы, собранные вместе, являются материальным представлением о достижениях дварфов. Дварф, который жил хорошей, плодотворной жизнью, оставляет за собой богатое наследие чудесных вещей. Блестящие металлические кубки, скульптуры, инкрустированные драгоценными камнями, гобелены из ценных металлов и минералов, идеально заточенное оружие или результат любых других усилий, приближающих к Марадину. Дварф охраняет свое личное творение с бдительностью и свирепостью дракона, охраняющего свою сокровищницу. Такая защита нечасто упоминается в кругу друзей и семьи, но так же, как родитель не оставляет ребенка без присмотра, так и дварф не создает предмет, чтобы сознательно ставить его уязвимым для кражи. Ну или чего похуже. Дварф, который лишился предмета в результате кражи, пытается ревностно вернуть его назад и мстит ворам с той же яростью, что родители предпринимают действия против тех, кто похитил их ребенка. С другой стороны, если дварф дарит кому-то созданный им предмет, он тем самым выражает глубокую признательность, любовь и доверие. От принявшего подарок ожидают, что он будет так же ценить и оберегать его, не позволяя попасть в руки врага и не пожалеет сил, чтобы вернуть предмет в случае кражи. Хотя навязчивое стремление дварфов к совершенству в мастерстве ремесла приводит к созданию великих произведений, за все приходится платить. Дварфы ценят стабильность, повторение и прежде всего традиции. Хаос и изменения отвлекают от поставленной задачи, дварфы жаждут предсказуемости рутины и безопасности. Ум, не полностью сфокусированный, не может уделить задаче надлежащее внимание. Это непреклонная черта в мировоззрении, хоть и является основополагающей частью души дварфа, может изредка становиться и помехой. Дварфам не просто изменить свое мнение, нередко отходят от выбранной стратегии или плана. Их приверженность к планированию хороша, когда они строят на века каменный мост, но может создать проблемы из-за косности и неприспособленности к неизменчивым непредсказуемым опасностям. Обязанность клана может зависеть от плана защиты, используемого на протяжении веков, теряя из вида вероятность, что враги прознали про слабое место в старой защитной тактике. Образ мышления дварфов приводит к трудностям во взаимоотношениях с людьми и эльфами.
Из-за своего долголетия дварфы не могут понять скорость, с которой человеческие сообщества и цивилизации создаются и распадаются. Если торговая делегация из дварфской крепости посещала человеческий город раз в 20, ну или 30 лет, это небольшой промежуток для дварфа. Общины каждый раз менялись, и дварфам приходилось каждый раз заново устанавливать контакты. Установление торговли с этим новым человеческим форпостом потребует формирования новых отношений, процесс, который может занять недели, ну или даже месяцы. Хаотичная же природа эльфов и любовь к дикой природе сбивает с толку дварфов, которые думают о них как о безумных. Дварфы обычно находят эльфов слишком взбалмошными, чтобы полностью доверять им, полагая, что существа, которые преуспевают в изменениях и хаосе, не могут быть надежными союзниками. Разумеется, в особых ситуациях дварфы могут позабыть о недостатках этих рас ради объединения и взаимовыгодного сотрудничества. Когда у дварфов, людей и эльфов появляется общий враг, они находят способ работать вместе. Зачастую это, кстати, является нападениями орков. Ну, по большей части. Редко что-то другое, ну или нападение гигантов. Ну, такое случалось крайне редко. Клан. Где у нас клан? Клан. Клан занимает основное место в обществе дварфов, являясь большой семьей. В клане не все являются кровными или брачными родственниками. Но отношения внутри клана всегда строятся на семейном принципе и отношениях как к родным всех живущих вместе. Каждый дварф в своем жизненном пути занимается улучшением клана и оказывает ему всестороннюю помощь, обеспечивает безопасность и стабильность для остальных членов и старается добиться славы среди всего сообщества. Наиболее важными членами клана для каждого дварфа являются ближайшие родственники, потому что инстинктивная связь между родителем и ребенком сильнее привязанности между несвязанными членами клана. Тем не менее, разница столь мала, что будет незаметна для посторонних. Дварфы будут терпеть лишения и без сомнения отдадут свою жизнь за любого из товарищей по клану, независимо от того, связаны они кровью или преданностью клана. Жизнь дварфа состоит из создания изумительных работ, которые она ставит после себя. Вещи, которые продолжат укреплять клан даже после смерти их создателя. Истинное наследие подсчитывается не только в работах мастеров, но и в душах дварфа. Дварфы, ставшие родителями, думают о своих детях как о величайшем наследии, оставленном клану. Их растят с такой же заботой и вниманием, как и с созданием своих новых предметов. Прямые потомки дварфов – дорогие сыновья, дочери и внуки. Часто получают в наследство все работы и произведения своих предков. Брак является для дварфов священным обрядом. Они очень серьезно к этому относятся, так как по правилам требуется, чтобы двое детей покинули свои дома и отправились создавать в клане новую семью. Семьи, потерявшие таким образом ребенка, испытывают чувство утраты, которое может исцелить только появление нового дварфа на свет и приуроченное к этому событию торжество. Дварфы не проявляют себя как отчаянные романтики и строят отношения не так, как привыкли многие другие расы. Они воспринимают своего супруга как партнера и помощника в создании своих творений. К старшим они относятся как к уважаемым экспертам, спрашивая совета. А к детям – как к ценнейшим творениям. Эмоция, которая лежит в основе этих отношений, не попадает под привычное определение любви, но это не умеряет ее силы. Идеальное чуть ли не общество. Каждый клан призывает своих членов выполнять три основные роли, способствующие благословению общества в целом. Во-первых, многие дварфы поддерживают клан, осваивая профессии, необходимые в общине. К примеру, варят эль, выращивают урожай и готовят еду. Не каждый может позволить себе стать великим ремесленником или воином, ведь клану нужен широкий спектр труда и талантов, чтобы утолить все потребности общества. Выполнение второй роли тесно связано с профессиями создания скульптур из камня, драгоценных металлов и ковкой оружия. Эти дварфы ответственны за создание вещей, помогающих защитить клановую крепость. Третью роль выполняют связанные клана с непредсказуемыми существами внешнего мира. Эти дварфы – торговцы,
воины и посланники, которым поручено представлять интересы дварфов в отношениях с другими расами и обеспечивать защиту от потенциальных угроз вблизи крепости. Дварф, назначенный на роль, проводит многие годы в обучении и улучшении навыков. Оружейник же, например, допускается в работу в кузне только после того, как научится добывать руду из шахт и чинить инструменты. Таким образом, дварф обучается выбирать лучшие образцы из поставок руды. Медленно, но непреклонно, дварф обучается тем аспектам своей профессии от основ до глубочайших тонкостей. Кланы возглавляют король, ну или королева, находящаяся во главе знатной семьи. Семья считается дворянской, если ее корни имеют прямых предков от первых дварфов, созданных самим Мурадином. Для дварфов лидерство – это тоже ремесло, которое, как и любая профессия, требует тщательного мастерства и постоянного внимания к деталям, чтобы приносить лучшие результаты для клана. Молодой дворянин проводит долгое время с лучшими мастерами своего дела в клане. Этот период обучения служит для достижения двух важных результатов. Во-первых, будущий лидер погружается в различные сферы клановой жизни. Во-вторых, создает личные связи с каждой общественной группой. Когда молодой дворянин берет на себя руководящую роль, он уже имеет четкое знание и представление о всех внутриклановых взаимоотношениях и обладает сформированными дружескими связями со всеми дворфами из различного спектра ролей в клане. Не менее важно поведение молодого дворянина и следующего множества задач. Это дает понятие о его характере. В идеале, будущий лидер, восходящий к руководству клана, демонстрирует уравновешенный характер и приверженность к ключевым должностным функциям. Дворянин, наслаждающийся сражениями, может стать военным министром или генералом, тогда как дварф, любящий кузнечное дело, станет главным мастером, ответственным за работу ремесленников. То есть, по сути, в знатной семье, если вы являетесь потомком знатной семьи, не обязательно, что вы можете даже стать следующим королем. Вы можете просто занять роль одного из министров. Что, в принципе, тоже очень почетная и очень важная роль в клане. Крепость. Каждый дворф следит за состоянием крепости. Как правило, крепость состоит из ряда построек внутри горы или холма. Она является убежищем, оберегающим от внешних опасностей и позволяющим спокойно трудиться во благо клана. Первой задачей любой крепости является оборона, а более процветающие крепости могут вырасти в огромные, изумительные города, заполненные результатами труда многих поколений дворфийских мастеров. Независимо от размера, крепость является олицетворением самого клана, что хорошо для клана, полезно для крепости и наоборот. Если крепость сокрушает внешние силы или распад приходит изнутри, то такое событие, скорее всего, означает конец для всего клана. Каменщики и скульпторы считают крепость своей величайшей работой. В типичной крепости каменные мосты нависают над пропастями, их поверхности украшены тонкой резьбой и сложными узорами. Величественные каменные врата, ведущие из крепости наружу, могут выдержать боевой таран во время обороны. Но в мирное время ворота могут быть открыты даже от простого прикосновения ребенка. Пока другие расы ваяют статуи или строят особые сооружения в честь своих героев или празднуют знаменательные события, дворфы живут и работают внутри своих величайших творений. Крепость клана хранит память о своей истории и достижениях. Чужак может видеть на стенах просто надписи, которые на самом деле являются перечислением подвигов событий и особо выдающихся лиц. Дворфы объединяют свои руны в узоры, изображающие живописные истории в, казалось бы, не связанных фресках и картинах, оставляя наследие своих клановых достижений на видном месте. История клана должна быть отнесена членами клана и другими дворфами. Чужакам же будет тяжело понять и прочесть скрытую на стенах крепости историю. Хорошо построенная крепость – это легко контролируемая, спокойная обстановка, в которой дварфы могут сосредоточиться на воспитании своих детей и занятиям ремеслом. С самого возрождения дварфов они строили крепости под землей по ряду причин. Их непревзойденное мастерство в горном деле и работа с камнем делают их идеальными кандидатами на использование подземного царства для жизни. И учитывая их мировоззрение по отношению к остальному миру, у дварфов не было бы иного пути.
Отдаленность крепости изолирует дварфов от политических причуд и других форм беспорядков из мира на поверхности. Под землей им не нужно бороться с изменением времен года или даже ежедневной сменой погоды. Так что каждый день в крепости будет таким же, как и в любой другой. Деятельность клана регулируется четким расписанием, которое обеспечивает каждому члену ежедневное время для работы, семьи и личного обогащения. Жар в кузнечных мастерских не должен отставать, а работа в шахтах не может прекращаться ни на час. Дварфы хорошо понимают, что их репутация и умения первоклассных мастеров горного дела и создателей прекрасных произведений искусства подвергают их крепости опасности быть разграбленной ворами и налетчиками. По этой причине вход в крепость выглядит очень просто и не привлекает лишнего внимания. Внешние участки оформляются просто и функционально, с минимумом деталей. Чужаки, проезжающие близко от крепости, могут увидеть, что это добротная, но скромная постройка, не сознавая, что хранится внутри. Величайшие сокровища, созданные кланом, хранятся в отдаленных крепостных комнатах за потайными дверьми. Эти зоны открыты для членов клана, но недоступны для чужаков. Даже дварфы из других кланов получают возможность доступа, только доказав свою преданность и заслужив доверие хозяев крепости. Внутри хранятся вещи, о которых не смеет мечтать обычный воришка. В одних комнатах потолок покрыт золотом, а сотни драгоценных камней имитируют сияние звезд на ночном небе. В других можно видеть чудесные картины, созданные из бриллиантов, рубинов и сапфиров, повествующие о великих делах клана. В банкетном зале клана может быть посуда и столовые приборы, выполненные из золота и серебра. У каждого дварфа выработался инстинкт, говорящий им, что клан и крепость неотделимы друг от друга. И если погубить одно, то второе тоже исчезнет. Так что о защите крепости дварфов задумываются на самых ранних стадиях строительства. Они планируют и строят, уделяя важное место безопасности и сохранности. Чтобы двом и дварфы, живущие в нем, были в безопасности, нужно сделать все возможное для его защиты от вторжения. Дварфы используют множество способов и хитроумных защитных приспособлений. Крепости многих кланов изобилуют секретными проходами, в которых дварфы могут устраивать засады на врагов. Дварфы часто используют скрытые двери, созданные мастерами. Они представляют собой плиты, вырезанные из камня, с такой точностью, что идеально встают в дверные проемы. Никто, кроме самих творцов, не сможет заметить и открыть такую дверь. В отличие от рас, использующих ловушки, способные нанести урон под захватчиком, дварфы редко создают стрелковые ловушки, ямы, ну и все такое подобное. Потому что не хотят случайно навредить членам своего клана. Они не видят смысла рисковать, ведь возможны случаи, когда ловушка может быть неисправна или дварф по неосторожности активирует одну из них. Защитные устройства, способные причинить вред тем, кого должны защищать, неправильно выполняют свою функцию. Поехали. Как и любая другая раса, дварфы демонстрируют широкий спектр оттенков кожи, цвет волос и других физических качеств. У них существует множество культурных разновидностей из мира в мир по всей мультивселенной. Итак, дварфы Грейвхавка. В основном будут рассказаны просто про самые многочисленные расы. Про самые многочисленные кланы этих дварфов в том или ином мире. То есть я прям не буду уделять внимания всем мелким кланам, ну, всем мелким подрасам, только основные. Холмовые дварфы. Большинство дварфов на Орте являются холмовыми. По сравнению с горными, они имеют непредвзятые и открытые отношения к внешнему миру. Поскольку они проживают в регионах, лишенных высоких горных вершин, которыми пользуются их родственники, они строят каменные крепости, которые начинаются на поверхности и уходят глубоко вглубь, образуя глубокую сеть из туннелей и камер. Типичный клановый поселок отличается прочными стенами и крепкими воротами, внутри которых находятся жилые помещения, общественные зоны и хорошо защищенная сокровищница. Холмовые дварфы более восприимчивы и эмпатичны, чем их родственники. Они полагаются на свою интуицию и проницательность, чтобы вести взаимоотношения с другими расами. Чтобы компенсировать отсутствие гор, способных для защиты поселения, они часто заключают договора с людьми, гномами и эльфами, живущими поблизости. И хотя лучшие ремесленники почитаются за свои навыки в любом клане дварфов, холмовые дварфы также уделяют особое внимание дипломатии и торговле, как ключевому элементу выживания клана.
Они понимают ценность создания высококачественных товаров, торгуя которыми они обогащают свой клан и устанавливают отношения с соседями. Холмовые дварфы, кстати, находятся слева сверху. Эти вот такие вот, как выглядит как здоровый сельский мужик, такой маленький, но добрый. А рядом с ними находятся горные дварфы. Горные дварфы стойкие и сильные, как и сами природные залежи, в которых они живут. Горные дварфы считают себя истинными прародителями своей расы и образцовыми почитателями традиций и учений своих богов. Горные дварфы поддерживают сильные военные традиции. Они знают, что великое богатство, которое они накопили в своих хранилищах, делают их главными мишенями для налетчиков. В результате все взрослые в типичном клане горных дварфов обучаются использованию брони и оружия. Шахтеры являются одними из самых почитаемых членов клана, поскольку туннели и шахты, которые они копают в поисках руды, считаются произведениями искусства сами по себе. Как часть наследия клана, как любая сокровищница, нагроможденная золотом и драгоценными камнями. Воинственность горных дварфов и их долг защиты своих шахт приводит их к регулярным столкновениям с чудовищами подземья. Существа или группа налетчиков, которые входят в шахты без приглашения, подвергаются нападению со стороны горных дварфов. Дварфы предпринимают грандиозную атаку, даже если злоумышленники схватят одного шахтера. Даже дроу дважды подумают, прежде чем напасть на поселение горных дварфов, поскольку им известно, что одна, единственная атака разожжет пожар войны со всеми дварфами. Холмовые дварфы расценивают своих горных собратьев как чересчур угрюмых отшельников, отказывающихся верить, что жизнь — это отнюдь не только постоянная борьба за выживание. В то время как горные дварфы считают своих сородичей, живущих на холмах, крайне наивными оптимистами, которые рискуют своей драгоценной работой ради своего чрезмерного любопытства к внешнему миру. Это все также относится к критикам? Нет, это дварфы из мира Грейхавк. Это не Абертарил. Вот сейчас будет про Абертарил. Дварфы забытых королевств. Ну или Forgotten Realms, ну и по сути мира Абертарил. Давным-давно дварфы Абертарила были единым народом, пребывающим в горах, где пересекались три континента. Фаерун, Каратур и Закхара. Фаерун, кстати, основной континент, на котором происходят практически все действия, которые описаны в книгах или историях о Forgotten Realms. Каратур является чем-то вроде азиатского материка. Там живут ниндзя, японцы, катаны там делают. Ну, вот все вот это вот идет оттуда. А Закхара, по сути, огромная пустыня. Ну, как Сахара. Даже название похоже. Постепенная миграция на протяжении тысячелетий распространила дварфов по всему миру, порождая разнообразие видов дварфов. В Фаеруне самыми многочисленными подрасами являются золотые и щитовые дварфы. Дварфы Фаеруна отправились на север с южных гор и нашли обширную подземную империю Байаринден, что таится в недрах горячих равнин, которая теперь известна как Шаар. Разногласия среди лидеров дварфов вызвали раскол в рядах своего народа. Одни покинули Байаринден и построили новое королевство на севере и Средиземье, впоследствии ставшие щитовыми дварфами, а другие, кто остался, стали именоваться золотыми дварфами. Это еще один момент, почему все дварфы называют себя одной семьей, поскольку первоначально, в самом начале, они все были одним кланом, который впоследствии из-за внутренних междоусобиц разделился на более крупные и, соответственно, более мелкие подкланы. Золотые дварфы. После захвата Байриндена дроу, выжившие дварфы пришлось создать у южных земель отдельные аванпосты. То есть там была довольно сильная война после того, как дварфы распались, и их пещеру захватили дроу. И, соответственно, выгнали золотых дварфов на окраину как раз той огромной пещеры, в которой все они вместе когда-то жили. За это же время темные эльфы пали жертвами междоусобицы, которая завершилась развалом огромной пещеры. Такое развитие событий подтолкнуло золотых дварфов собрать армию и изгнать дроу с этих земель. На месте, которое станет известно как Великий Разлом, дварфы сформировали кантионы и проходы, и оттуда они раскопали туннели на много миль вокруг под Шааром, вырезая из камня новую империю. Золотые дварфы считают себя хранителями культуры своего народа.
Они, в отличие от щитовых дворфов, предпочитают жить под землей. Многие золотые дворфы проживают всю свою жизнь, так и не увидев солнца. Дворфы, будучи озабоченными своими изделиями и обилием сокровищ и драгоценностей, что были извлечены их предками из недр земли, хвастаются своим богатством, надевая одежду, украшенную драгоценными блестящими камнями. Золотые дворфы, которые взаимодействуют с другими расами, включая щитовых дворфов, склонны быть подозрительными, молчаливыми и скрытными, и особенно недоверчивыми к тем, у кого не проявляется внешних признаков богатства. То есть, если вы не одеты в золото с драгоценными камнями, то золотой дворф вам руку не пожмет. А вот, скорее всего, даже общаться не будет. Щитовые дворфы. Стремление к новым горизонтам, что привело первых дворфов, покинувших Байриенден, все еще течет в крови нынешних щитовых дворфов. За тысячи лет у щитовых дворфов образовалось множество королевств, чаще всего из-за прихоти предприимчивых личностей, которые решили сформировать новый клан. Так много королевств щитовых дворфов пало и было забыто, оставляя за собой удивительные исторические вехи и таинственные подземелья. Щитовые дворфы гораздо чаще, чем золотые, обитают на поверхности и формируют торговые отношения с союзными странами, ну и, соответственно, расами тоже. Открытость щитовых дворфов, так же, как и людей, проявляется на личном уровне, но люди с гораздо большей вероятностью путешествуют и дружат с другими расами. То есть, по сути, практически все дворфы, которые чаще всего отправляются в путешествие, и дворфы, с которыми общаются люди либо другие расы, являются щитовыми. То есть, очень редко можно найти и встретить золотых дворфов, кроме как около Великого Разлома. А щитовые разбрелись буквально повсюду. То есть, они есть просто везде. То есть, ребят просто тянула дорога приключений, и они породили, соответственно, очень огромное большое количество кладов. Например, королевство Делзон, которое как раз находится где-то на севере, около врат Балдура, около долины Ледяного Ветра, это тоже щитовые дворфы. Все, все оттуда идут. И две, на мой взгляд, наверное, самые забавные подрасы, которые тоже живут на Фаруне, они не столь многочисленные, как щитовые и золотые, но довольно примечательные. Арктические дворфы. Они обитают в сердце Великого Ледника и других северных областей. Они не особенно известны внешнему миру. Арктические дворфы уникальны. Они начали свою родословную, отделившись до заселения Байриендена. То есть, пока дворфы были единым кланом и не поссорились, этот, видимо, малый клан отделился до того, как они даже заселили Великий Разлом. Это было очень давно. Эти дворфы приземистые и выносливы, с квадратными телами, худощавыми лицами и короткими ногами. Они редко превышают ростом 3 фута и почти столь же широки, как и высокие. Квадрат, по сути, на ножках. Их кожа белая, почти синеватая, но из-за того, что они постоянно находятся на ярком солнце, многие из них до красна загорелые от головы до пят, что не причиняет им никакого дискомфорта или других болезненных эффектов. Их пальцы и ступни толстые и широкие, вьющиеся белые волосы покрывают их головы и спадают по спине почти до талии. Мужчины носят короткие бороды и закрученные усы. Оба пола предпочитают простые тунихи из меха белого медведя и ходят босиком. Арктические дворфы открыты и дружественны, и могут быть весьма общительными с соседними расами, за исключением морозных гигантов, которых они презирают. В отличие от других дворфов, не особо интересуются шахтерским делом или ремеслами, вместо этого посвящая себя охоте, выращиванию детей и досугу. Так как у арктических дворфов отсутствуют какие-либо исторические записи, им, помимо своих историй, немного известно об истинной истории своей подрасы. Культура арктических дворфов заметно однородна, это результат столетий изоляции от других рас Фаеруна. В сравнении с другими дворфийскими культурами, они почти не придают значения родословной или клану, в то время как индивидуальные достижения добывают уважение. Хотя такие достижения редко помнят дольше одного поколения, поскольку письменности у них нет. Изолированные, как и окружающая их среда, арктические дворфы имеют мало контактов с членами других рас, за исключением людей Улутуина. Я проклял это название 20 раз, пока его выговаривал. И морозных гигантов Улутуина, кстати.
Они хорошо уживаются с первыми и ненавидят последних. Любят людей, ненавидят морозных гигантов. Так как большинство арктических дварфов любезны и миролюбивы, они общаются с представителями большинства других рас благоприятно, если нет причин для обратного. Арктические дварфы находят других дварфов несколько забавными, как бы комбинации знакомых, ну и довольно странных для них черт. Дикие дварфы. Вот это, по-моему, вообще дикая дичь. Я даже не берусь предполагать, откуда они появились. Я искал информацию, так и не нашел. Но ребята крайне уникальны. Они даже больше уникальны, чем арктические. Дикие дварфы – примитивные жители джунглей Чаута, джунглей Мхаэр и черных джунглей. Они отвергли клановое ремесло, ориентируемое на ремесло культуру своих родственников золотых, серых и щитовых дварфов, выбрав вместо этого жизнь в охотничьих бандах, постоянно меняющих свой состав. Стороняясь всех атрибутов цивилизации, они живут подобно диким зверям, занятые бесконечной охотой ради выживания. С молодого возраста дикие дварфы участвуют в охоте, и недостаток сильного семейства или клановых связей делает так, что каждый из них понимает, насколько каждый из них одинок в этом мире. Дикие дварфы темнокожие, невысокие и крепкие, с темно-кариями глазами. И густо татуированные тела, покрытые жиром, так чтобы отгонять насекомых и не дать себя схватить. Дикие дварфы носят немного одежды, кроме своих длинных спутанных волос, которые служат своеобразной одеждой, ну, по сути, просто набедренной повязкой. Собираясь воевать, они обмазывают свои волосы и кожу грязью, чтобы сформировать грубый доспех. Дикие дворфы, ну или дюр-аталар, как их называют на месте, имеют больше общего с тварями джунглей, чем со своей дворфской семьей. Глядя на жизнь как на бесконечную охоту и каждодневную борьбу за то, чтобы убить или быть убитым, они не доверяют всем вторгшимся в их область джунглей и, если в силах, атакуют первыми и без вопросов. Дюр-аталар обычно используют оружие типа полукопий, ручных топоров и вездесущих духовых трубок с колючими дротиками, покрытыми нокаутирующим ядом. Кавалерии в обычном понимании у них, конечно, нет, но они пытаются использовать трицератопсов. То есть, по сути, можно встретить банду диких дварфов верхом на динозаврах. По-моему, очень забавно. Крыто глубоко в своих обширных джунглях, дикие дварфы нечасто сталкиваются с расами, не живущими в существенных количествах на Чалтском полуострове. Дикие дварфы имеют хорошие отношения с другими дварфскими подрасами после столетия мирных контактов с маленьким количеством щитовых дварфов, эмигрировавших в Чалт. У диких смешанные чувства относительно людей, в то время как они хорошо общаются с чалтанами, они рассматривают калишитов и лантан как жестоких эксплуататоров, а большинство ташаланцев как слуг Янти, и больше всего ненавидят гоблинов Чалта, с которыми, кстати, постоянно воюют в своих джунглях. Дворфы в Драгонлайсе. Большинство дворфов мира Крин являются потомками когда-то единой, великой империи, известной как Каалтакс. Спустя время они разделились на несколько кланов, основываясь на своих традициях, что образовались в Каалтаксе и их последующих поселениях. Тем не менее, так же, как и весь Крин, дворфов постигла участь катаклизма. До катаклизма дварфы, живущие на поверхности, что назывались Нейдарами, сотрудничали с другими расами и обеспечивали своих подземных собратьев продовольствием и товарами, которые невозможно было достать под землей. Величественный город Тор-Бардин был когда-то одним из самых выдающихся дварфских подземных поселений, где проживало и сотрудничало друг с другом множество кланов. Но когда гнев богов обрушился на весь мир, пали горы, да выросли моря, хоть и множество дворфийских поселений исчезли с лица земли, Тор-Бардрину удалось уцелеть. Когда голод и мор, порожденный катаклизмом, пронеслись по всему миру, Нейдары и их людские соратники устремились за помощью в Тор-Бардрин, в котором, как было известно Нейдарам, хранились залежи продовольствия на несколько поколений вперед. Однако король решил не подвергать свой народ голоду и отказал им, закрыв врата. Из-за такого отказа случилась война врат. Серия осадных атак и сражений, которая окончилась из-за магического взрыва, который поглотил обе армии на поле боя. Врата Тор-Бардина так и остались заперты, а ненависть между Нейдарами и другими кланами затаилась на века. Несмотря на то, что некоторые семейства среди Нейдаров впоследствии нашли новые общины, большинство живущих на поверхности дварфов разошлись в путешествия либо с людьми, либо в одиночку в качестве торговцев и ремесленников.
В это время внутри Тор-Бардина происходили разногласия относительно участи Нейдаров, потерь армии Тор-Бардрина, распределения продовольствия и прочие споры, из-за чего впоследствии многие кланы отдалились друг от друга. Килар, являющиеся лучшими инженерами и ремесленниками Тор-Бардрина, продолжали править, невзирая на растущую в городе автократическую политику. Хоть и подчиненные кланы и продолжали выполнять свою традиционную роль в иерархии, они в основном были разделены на отдельные районы Тор-Бардина, по сути, город был разделен на множество подклановых территорий, и городом правил совет из всех кланов, то есть реально всех. Такой вот. Это, кстати, довольно яркий пример дворфов, которые, в принципе, не так-то и добры, как кажется, и не так... Дварфы Драгонлэнсы — это такой яркий пример обратной стороны дварфов, что они даже добрые дварфы могут озлобиться и, соответственно, стать более жестокими, чем дварфы, которые, в общем, представления как таковые. Давайте продолжим. Амбициозный жестокий клан Тейвар оказывал свое влияние, используя таинственную магию. Дергары, нехотя работали в качестве шахтеров Тор-Бардина, когда они проявляли свою агрессивность друг на друга или не злили другие кланы. Девары, изданно подчиняются приказам Хилар и имеют право быть торговцами и строителями Тор-Бардина. Будучи сведенными с ума от любви к ртути, дикие клары служат тор-бардинскими разведчиками и яростными воинами. И самый, наверное, забавный клан в Драгонлэнсе — это, наверное, овражные дварфы. Овражные дварфы, или клан Акхар, это аномалия среди дварфов Крина, сохранившие свои позиции как и в темных уголках Тор-Бардина, так и на поверхности. Именуемые другими как овражные дварфы Акхар выставляются глупыми, дурно пахнущими и грязными существами. Большинство дворфов считает их своего рода паразитами, непригодными даже в качестве слуг. Акхар в Тор-Бардине добились своего права на жизнь в огромных грудах отходов, оставшихся с раскопок дергаров. У них нет никакой роли в обустройстве города, по сути это просто бомжи, которых все терпят. Такая вот фигня. Дворфская религия. Религия дворфов лежит в основе общественных принципов, которым следуют дворфы. Где большинство других существ считает своих божеств сверхмогущественными созданиями, что вечно стоят в стороне от своих почитателей, дворфы считают своих богов примерами для подражания, что прокладывает путь для них. Дворфские божества существуют в широком разнообразии с рядом общих черт во многих мирах. Вместе они известны как Мордин Самман, с двумя М пишется. Мордин – самый важный бог среди всего пантеона дворфов и воплощение всего того, кем стремятся быть дворфы. Остальной пантеон состоит из тех первых дворфов, что проявили себя так хорошо, что они практически смогли воспроизвести уровень мастерства самого Мордина. Тут, кстати, очень сильно перекликается момент с эльфами и первыми эльфами, которые тоже стали богами. То есть Мордин создал дворфов, и первый из них, кто... доказал свое мастерство, что почти сравнялся с ним самим, смогли стать богами. У эльфа, кстати, примерно такая же фигня, что первые те, кого... первые эльфы, которые были рождены от своего бога, тоже стали богами. То есть, такой странный... странная особенность у этих двух рас. Что-то в них, казалось, все-таки есть общее. Пантеон дворфийских богов весьма огромен. Четыре божества, на которых я вам расскажу, общеприняты жителями почти каждой крепости, тогда как большинство почитается одними кланами и пренебрегается другими. Мордин. Отец всех дворфов породил на свет своих детей из металла драгоценных камней и наполнил их духом, охладив своим дыханием. Мордин – мастер всех ремесел, что применяется дворфами, и покровитель всех ремесленников. Он надеется, чтобы его дети следовали по его стопам, изучая его приемы, и стремясь в один день сравниться с его мастерством. Жильцы Мордина ответственны за оценку и анализ работ крепостных ремесленников. Они хранят великие тома, в которых подробно описываются различные приемы ремесла, и, используя эти руководства, они оценивают качество работы ремесленника. Помимо этого, жильцы осматривают молодых дварфов и определяют их будущую специализацию.
Мардин слева сверху. Дальше идет Аватар. Очень прикольный бог среди дворфов. Сам, наверное, уникальный, я бы сказал. Аватар. Великий мастер жадности влияет на сердце каждого дворфа, независимо от его ремесла и дела. Аватар учит тому, что жадность не только предпочтительна, но и важна, чтобы дворфы были сильны и не подвергались опасности. У Аватара нет навыков ремесла. Вместо этого он полагается на свои воровские навыки, с помощью которых он может заполучить что ему угодно. Зачем трудиться в поте лица, чтобы что-то изготовить, когда проще всего заполучить это с помощью ловкой лжи? Однако Аватар играет и позитивную роль в оказании помощи дворфам в поиске новых методов и приемов. Хотя он поддерживает жадность и предательство, он также является стандартным носителем для пересмотра и нововведений. Его руководство особенно важно, когда клан сталкивается с непредвиденной ситуацией, требующей быстрых, решительных действий. Дворфские послы и торговцы должны использовать трюки Аватара, когда они имеют дело с людьми, эльфами и другими расами. Когда дворф предлагает часть товара на продажу посторонним, этот купец, как и ожидается, будет яростно торговаться. Даже если этот товар на самом деле является более низкокачественным. К счастью, для другой стороны договоренности понятие дворфов о низком качестве означает, что продукт, который они считают нестандартным, по-прежнему намного превосходит любой такой предмет, который могут создать сами люди. Дворфы могут смеяться между собой над человеком-фермером, который купил у них лопату, которая, представьте себе, продержится всего-то несколько десятилетий. Для дворфов это дрянной инструмент, а для фермера это покупка, которая останется до конца его жизни. И Аватара, кстати, винят зачастую за падение огромного количества крепостей, потому что, например, многие крепости могут пасть под влиянием Аватара. То есть они могут стать жадными, каждый из членов клана может стать жадным, скрытным, и в итоге весь клан, как единый механизм, из-за Аватара может и развалиться. Аватар все время испытывает всех дворфов как раз желанием, что «зачем тебе это? Укради, оставь себе, не рассказывай никому». И при этом Аватар является добрым богом, он не является злым богом. Ему молятся в каждом варварском клане. Бернар – истинное серебро. Матрона дома и семейного очага является покровительницей семьи, чести и права. Она излагает правила организации дворфийских кланов. Кодекс Бернара устанавливает законы дворфа, включая контракты, торговые соглашения и практически каждый вид связи, укрепленный словами и поступками. В то время как Мардин является эталоном, которым стремятся стать все дворфы, Бернар обеспечивает узы, что создает общество и культуру дворфов. Жрецы Бернара устраивают свадьбы, ища лучшую пару, чтобы каждое поколение в клане было сильнее и талантливее предыдущего. Их требования в этом отношении необсуждаемы, и поэтому дворф, что был избран для организованной свадьбы, должен повиноваться жрецам, иначе его ждет изгнание. По сути, жрецы Бернар занимаются селекцией. Они берут двух представителей клана, важных, великих, умелых, и заставляют их родить еще одного члена клана. Иначе, все, ты изгнан, все, позор тебе на всю жизнь, тебе, твоему роду и так далее до седьмого колена. Довольно забавно это, по-моему, что дворфы занимаются селекцией себе же. Клангедин Серебородый. Более известен как Отец Битвы. Клан Гедин Серебородый является покровителем дворфийских воинов. Пылкий и храбрый, все же ловкий стратег. Клан Гедин воплощает воинский дух, что делает дворфийские армии очень грозными противниками. Клан Гедин призывает дворфийских воинов к рисковым походам из крепости в поисках врагов для победы. Он ненавидит гоблиноидов, гигантов и драконов. Он обязывает своих последователей искать и уничтожать этих тварей до того, как они сами станут угрозой для крепости. Преданные клан Гедина в основном профессиональные воины, которых обучают владению оружием с ранних лет, и которые должны бороться с противниками. Два топора, что он носит, отражают его подход к бою, поскольку он наотрез отказывается от дополнительной защиты в виде щита за возможностью нанесения двойного урона своим врагам. Жрецы клан Гедина – воины, которые сражаются и ведут за собой армию на передовой.
защищая крепости, не сторожат стены и предпринимают внезапные атаки против вражеских позиций. Когда внешняя угроза очень близка, жрецы организуют партизанские налеты, чтобы сорвать планы противника, пока те не смогли осадить крепость. Почему сами жрецы не рожают? Они тоже являются частью селекции. То есть каждый дворф в крепости, за исключением уже женатых или повенчанных, может пасть, на него может пасть взгляд жрецов. То есть если ты, скажем так, талантливый кузнец, или многообещающий талантливый кузнец, хороший полководец, или ты хорош вообще в чем-то, и при этом у тебя нет второй половины, ты за кем-то не ухаживаешь, или за тобой кто-то не ухаживает, и все в том же духе. Жрецы могут повенчать тебя насильно, чтобы ты даром не пропадал, скажем так. Такая фигня. Поехали. Если бы дворфы были не так хороши в накоплении сокровищ, у них не было бы столько врагов. Однако, как бы то ни было, почти все разновидности мародерствующих гуманоидов или жадных чудовищ страстно желают богатства, которые дворфы держат в своих крепостях. Самыми серьезными угрозами для их безопасности являются драконы и гиганты. Но и другие гуманоиды, такие как орки и ненавистные дуэргары, являются их самыми многочисленными противниками. Соответственно, давайте про драконов. Цветные драконы по своей природе часто привлекаются к сокровищам, которые дварфы собирают в своих крепостях. Хотя такое место может быть слишком укрепленным для дракона, чтобы напасть на него и захватить, злой дракон, который создает свое логово около крепости дварфов, может быть для нее серьезной угрозой. Черные драконы. Поскольку черные драконы предпочитают селиться в болотистой местности, они редко создают логово близко к цитадели. Когда черному дракону на пути встречаются дварфы, он может попытаться изолировать поселение, заблокировав пути, ведущие к этому поселению, и сделать их совершенно непроходимыми. Местность вокруг логова дракона превращается в большое скопление растительности и пятен грязи, замедляя путешественников и делая караваны уязвимыми для нападения последователей дракона. Когда крепость будет отрезана, дракон может начать проверять ее внешнюю защиту, перед тем, как пойти на более сильный штурм. Вся эта стратегия может занять годы, но для дракона это время является потраченным с пользой. Синие драконы. Синие драконы – наименее вероятные представители своего рода, которые могли бы связаться с дварфами, так как их логово всегда далеки от поселения дварфов, а синий дракон почти никогда не покидает окрестностей своей обители. Однако, он может предстать перед группой путешествующих дварфов и потребовать плату за безопасный проход через свою территорию в виде драгоценных камней и особенно сапфиров. Зеленые драконы. Дварфы и зеленые драконы не часто взаимодействуют, и когда они это делают, дракон обычно не угрожает им прямо. У типичного зеленого дракона нет горячего желания обладать материальными благами, которые хранятся в крепости и скорее ухватятся за живое сокровище. Используя свои возможности для обмана, зеленый дракон может попытаться привлечь дварфов, с которыми он сталкивается, чтобы они присоединились к нему в обмен на обещание большего богатства. Дварфы, которые были затронуты Аватором, могут поддаться этому искушению, только чтобы оказаться запертыми в логове дракона, приговоренные к пожизненному заключению в роли новых предметов для коллекции сокровищ дракона. Довольно печальная судьба. В итоге и даже работать не заставляют. Они просто сидят. То есть, как кукла, по сути. Очень грустная судьба. Так что не ведитесь никогда на зеленого дракона. Запомните это. Красные драконы. Хотя дворфы и красные драконы соревнуются за одну и ту же местность, они не вступают в конфликт так часто, как это было раньше, когда все расселялись. В настоящее время логово красных драконов и дворфийские опорные пункты достаточно далеки друг от друга, и дворфам не приходится постоянно беспокоиться о нападении. Но изредка молодой красный дракон, намереваясь создать свое собственное наследие, какое же лучшее место подойдет для этого логова, чем то, которое достается собственными богатствами внутри? Чтобы начать свою кампанию, дракон посылает последователей и приспешников, чтобы осадить крепость.
Если это удается, и защитник уходит глубже внутрь, дракон выходит, чтобы проверить штурм в провести штурм в туннелях. В этих тесных помещениях только несколько дварфов одновременно могут встать против зубов, когтей и пламени дракона. Но дварфы знают, что если они позволят дракону занять самые сокровенные камеры крепости, битва будет проиграна. То есть когда-то давно, когда дварфы все расселялись, и тоже мир был молод, драконы летали, в общем, теснили ребята друг друга. И сейчас это, ну, довольно редко происходит. Зачастую, кстати, случается даже так, что происходит... Ну, это сложно назвать симбиозом, но происходит, скажем так, определенные взаимовыгодные отношения между красными, именно красными драконами и дворфами. У красных драконов самое жгучее, самое яркое, ну, самое страшное, по сути, дыхание из всех цветных драконов. И красного дракона зачастую используют как, ну, в сталелитейных целях. То есть, когда приходят к дракону дворфы, говорят, мы хотим расплавить энное количество металла и переработать его тут же. Дракон зачастую называет довольно высокую цену, но там как пойдет. Либо если нужна большая скорость, то они могут пойти к дракону. Если не нужна, делают сами. Но бывали и такие случаи, насколько я помню. Да, по сути, это дракон Горн. Дракону за это платят, дракон доволен, у него стало больше денег. Дварфы довольны, у них есть металл, и быстро, если им надо, это очень быстро, прям моментально, чуть ли. Белые драконы. Дварфы, которые живут в холодном климате, обычно не должны справляться с таким количеством хищников и мародеров, как их родственники в более гостеприимной местности. Но белый дракон беспрестанно патрулирует свою территорию. Он не обладает ни проницательностью, ни хитростью в своих методах, и часто пользуется своим естественным камуфляжем. То есть дракон белый на белом фоне, хрен заметишь. Дракон на логово дворфов белый никогда не нападает. Ну, как никогда. Очень бывали редкие случаи, но сейчас не об этом. Он патрулирует территорию и, соответственно, нападает на караваны, которые входят и выходят из крепости дворфов. То есть зачастую ребята редко конфликтуют. То есть дворфы знают, что где-то рядом есть белый дракон. Белый дракон знает, что где-то есть рядом дворфы, и он просто пожирает тех, кто выходит из дворфийской крепости. Вот такая фигня. То есть вот вечный источник еды у дракона. Такая фигня. Но драконы, кстати, довольно туповатые, что самое интересное. Белые, наверное, одни из самых тупых драконов, которые только есть среди цветных. И зачастую, если враги хотят напасть на дворскую крепость, рядом находится белый дракон, они могут обмануть его и спровоцировать напасть на крепость дворфов. И тогда уже начнется настоящая заруба между крепостью и белым драконом. И, скорее всего, белый дракон сдохнет нафиг. Но при этом крепость будет очень сильно ослаблена. А белый дракон сдохнет, потому что он реально тупой. Он просто в атаку пойдет, и все, и до смерти. Они даже редко отступают. Итак, вторые самые главные противники – гиганты, ну или великаны. Поскольку более часто используются гиганты, буду именовать их гигантами. У гигантов нет особой вражды к дварфам, они считают их идеальными рабами. Даже когда они захвачены и действуют против своей воли, дварфы благодаря врожденным особенностям вынуждены приложить все усилия для решения поставленной задачи. Даже простой труд приносит дварфам некоторую передышку от плена. Огненные великаны более вероятны, чем другие гиганты, любят порабощать дворфов за их таланты. Многие племена горных гигантов обнаружили ценность дворфов как рабочих и теперь стараются захватить их живьем, а не съедать. Горные великаны, как я вам напомню, являются самыми тупыми из всех видов гигантов, ну или великанов, как вам больше нравится, среди всех других. То есть у морозных и огненных это целое общество, со своей культурой, со своими ценностями, королевствами. У меня, кстати, есть информация по поводу гигантов. Если вас этот момент именно интересует, я попрошу вас пройти на канал, и там есть целая лекция по всем гигантам, которые населяют Фейрун. Ну и, наверное, самые многочисленные противники дворфов – это орки. Ну или гоблиноиды, но зачастую это просто орки. Каждое племя орков мечтает опустошить крепости дворфов и вернуться в пещеры с военной телегой, нагруженной золотом,
драгоценными камнями, крепкими доспехами и острым оружием. Учитывая склонность орков полагаться на грубую силу, они на хитрость не могут одолеть только самые слабо защищенные дворовские крепости. То есть, по сути, крепости либо очень малочисленные, либо очень молодые, которые только-только начали формироваться. К сожалению, для дворфов орки получают предзнаменование от Грумша, который предлагает им вторгнуться в цитадель, когда она поражена чумой, раздираемая борьбой или ослаблена иным образом. Всевидящий глаз Грумша всегда проявляет бдительность в отношении признаков того, что дети Мурадина дрогнули. Не любят орки дворфов, но что поделать. А разве не холмовые самые тупые? Горные и холмовые примерно одинаковые. Это примерно одно и то же. Посмотрите, вот яркая картинка, холмовая и горная, это одно и то же, живут в горах. Либо рядом с ними. Самые редко встречаемые — это каменные великаны. Это, по сути, аскеды среди гигантов. Такая фигня. Ну и самое сладкое — дургары. Дургары считают себя истинным воплощением андорфийских идеалов, достаточно умными, чтобы не следовать вероломным заблуждениям Мурадина и его лживых обещаний. Их период рабства и восстания против свежевателей разума был под эгидой их бога Ладугуэра, который освободил душу Дургар от влияния других дворфийских богов и таким образом сделал их высшей расой. Дургары не ценят красоту, эту способность давным-давно стерли из их мозгов свежеватели разума. А все мысли о возвращении ее исчезли с предательством Мурадина. Дургары ведут мрачную, суровую жизнь, лишенную счастья и удовольствий. И они видят в этом корень величия дургаров, а не недостаток, который нужно исправлять. Общество дургаров – мрачное отражение дворфских кланов. Там, где дворфы трудятся из любви к созиданию, дургар работает из стремления получить больше вещей и сокровищ. Их священники определяют признание свыше и заключают браки, но только для того, чтобы клан продолжал существовать, и не ради создания какого-либо наследия. Во многих отношениях культура дургаров в корне пуста. Несмотря на все их войны и все сокровища, которые они накопали, дургары не чувствуют ни счастья, ни удовольствия. Они просто продолжают существовать, постоянно превращаясь в двигатель разрушения, что является противоположностью дворфийского радостного цикла созидания. Обществом дургаров правит три правила, исходящих из действий самого Ладугуэра, когда он прошел через девять преисподней своей миссии прославить дургаров. Во-первых, дьяволы пытались обратить его жадность против него. Они предложили ему столько сокровищ, сколько он сможет унести, думая, что он возьмет слишком много и рухнет в изнеможение. Вместо этого Ладугуэр использовал свою хитрую магию, чтобы закрутить карманы в бездонные ямы так, что не было предела сокровищам, которые он мог унести. Затем, в ярости от его хитрости, дьяволы обрушились на него с когтями и клинком. Они не понимали, что с каждым сокровищем, которое он требовал, воля Ладугуэра к победе становилась все сильнее и сильнее. Он набросился и разбил отряды легионов ада. Наконец, Асмодей столкнулся с Ладугуэром. Лорд Девяти смеялся, шутил и уговаривал со всем своим лукавством, но Ладугуэр оставался мрачен и непреклонен, отказываясь быть подверженным даже когда самые могущественные небожители могли признать некоторую неохотную забаву выходками дьявола. Ладугуэр был решителен, потому что хотел одну, последнюю драгоценность – преданность ада в предстоящей войне против свежевателей разума. Асмодей предлагал другие искушения в мире, но выражение лица Ладугуэра не изменилось. Даже когда Асмодей наконец уступил, Ладугуэр принял соглашение как должное и не показал никакой эмоции. Таким образом, Ладугуэр передал три правила, которые управляют нашим народом. И вот они. Наши карманы никогда не полны. Дургары подпитываются всеми своими действиями двумя пассивными чувствами. Стремлением, что никогда не затухает, и жадностью, которую никогда не утолить. Хоть они могут плести интриги и строить козни, деятельное время для получения сокровища или авторитета, успех для них никогда не был своеобразным торжеством.
Каждое приобретение дургаров из раза в раз, словно хорошая трапеза, стремительно теряло свой вкус, оставляя в них жажду большего. Неважно, сколько богатства и власти они заполучат, им всегда было этого мало. Второе правило. Нашей борьбе нет конца. По мере того, как дургары накапливают сокровища и авторитет, им необходимо становиться все сильнее и сильнее, чтобы сохранить то, что у них уже есть. Когда дургары воюют с другими расами, и они демонстрируют, что слабые не годятся обладать тем, что предназначено сильным. И по мнению дургаров, нет существ, недостойных владеть богатством больше, чем дворфы. Когда у дургаров есть возможность нанести удар по дворфам, особенно в их крепостях, они сражаются с предельной свирепостью и коварством, чтобы сопоставить ценность добычи с интенсивностью их нападений. Третье правило. Наша решимость никогда не дрогнет. Любые проявления слабости, смертный грех среди дургаров, и такой взгляд распространяется как на личное поведение, так и на работу дургарского клана. Проявление счастья, удовлетворение и доверие запрещены в их обществе. Дургары живут сообща в суровом сообществе, но такова необходимость, а не их выбор. Подземелье для выживания им приходится сотрудничать. В рамках их общества каждый обязан выполнять возложенную на него роль по мере своих возможностей. Воины дургаров олицетворяют расовую опустошенность в эмоциональном и индивидуальном плане. В бою они носят тяжелые доспехи и хмурые маски, скрывающие их лица. Когда они в строю, они движутся подобно армии муравьев. Они это непреклонные, безжалостные противники, идущие строем по пути своих павших солдат, не видя преграды для своего наступления. Ну, я бы не сказал, что это прямо военный коммунизм. Это очень... Это функциональность. По сути, это... Ну, как сказать... как роботы. Они функционируют для того, чтобы функционировать. Они накапливают богатство для того, чтобы накапливать богатство. Они становятся сильнее, чтобы защищать свои богатства. У них... Единственная цель – накопление и сбережение богатства. У них нет других целей в жизни. У всего народа. Ни радости, ни любви, ни горя. Ничего нет. Они ничего не испытывают. Божества дургаров. Две таинственные личности, что давным-давно были ответственны за освобождение дургара в глазах умоляющих своих, стали богами. Глубинная дуэра. Глубинная дуэра слева снизу. Согласно легенде, глубинная дуэра украла птенческие силы свежевателей разума и даровала ее своему народу. Она владела этой силой так великолепно, что могла властвовать над колонией свежевателей разума и превратила летидов в своих рабов. Подчиненные глубинной дуэры и летиды стоят на переднем рубеже дуэргарских нападений на самых ненавистных врагов. Будучи воодушевленными ее таинственными деяниями, жертвы особо стремятся найти и истребить поселение дварфов и колонии свежевателей разума. Жрецы глубинной дуэры поддерживают тренировочный полигон и оружейный склад в каждой крепости дуэргар. Все дуэргары обязаны знать базовые боевые навыки, а знатные дуэргары должны обеспечивать оружием, броней и последователями оборонную силу крепости. Жрецы почитают свою богиню планированием, оснащением и осуществлением крестовых походов против своих врагов. Ладугуар, также известный как Хмурый. Ладугуар был могучим дуэргарским воином, освободившим свой народ от элитидов. Ладугуар заключил договор со Смодеем, пообещав, что дуэргары объединятся против Лолс и демонов бездны. И взамен за это Ладугуар получил искру божественности от самого Абатора. Учение Ладугуара является полной противоположностью всему, чему учит Мародин. Ладугуар – своеобразная темная сущность Мародина, тень, что стремится восстать и поглотить своего создателя. Дургары не почитают Ладугуара любым иным традиционным способом. В их обществе нет ни храмов, ни других религиозных сооружений. Они почитают своего бога, приобретая больше власти и богатства любыми возможными средствами. Жрецы Ладугуара выполняют внутренние функции общества дургаров, но не играют никакой роли в тех сферах, что напрямую связаны с религией. То есть, по сути, каждое действие любого дворфа – это молитва Ладугуару. Ну, дургара, простите. Каждое действие дургара
Это молитва Ладугуэру. Какую я чушь сказал, аж по губам всего ударил. Внутри крепости. Крепости дуэргаров лучше всего описывать, сравнивая с подземными крепостями дворфов. В дворской крепости атмосфера наполнена оптимизмом. Дворфы наслаждаются своей деятельностью, их преданность будущему клана и желание оставить наследие видна во всех внутриклановых сферах. С другой стороны, дуэргаров не заботит дворфийский идеал достижения предельного мастерства в ремесле. Поэтому они не обращают внимания на состояние окружающей среды и эстетику своих творений. В дуэргарской крепости атмосфера наполнена безжалостной рутиной. В основе их усилий лежит количество, а не качество, поскольку дуэргары стремятся создать как можно больше в кратчайшие сроки. Изделия дуэргаров не являются дефектными или некачественными. Они максимально функциональны. Для дуэргара объект полезен в той степени, в которой он выполняет требуемые от него функции. В типичной крепости мастерская занимает центральный зал, а дым, исходящий из них, распространяется по всем окружающим проходам. Во внешних краях крепости бурлит горнодобывающая работа. Дуэргары ломают и измельчают породу мощными механическими устройствами и добывают из нее различные металлы, минералы и драгоценные камни. Между шахтами и мастерскими расположено кольцо укреплений, в каждом из которых правят аристократы и их последователи. Король крепости командует самым большим кольцом, что в 5 раз больше прочих укреплений. Жрецы глубины Дуэры расположены во второй по величине крепости, в которой проживает дуэргарская армия. Жрецы организовывают патрули и наблюдательные посты, следящие за арсеналом поселения. Стидеры, пауки, которые используют в качестве верховых и боевых чудищ, размещены в конюшнях, расположенных между мастерскими и укреплениями. Каждый загон – это фактически их персональная тюремная камера, поскольку этих свирепых существ необходимо держать по отдельности от своих сородичей, чтобы они не разорвали друг друга на части или не причинили себе вред иными способами. Когда их выводят из клеток, только внимательный контроль и жестокая дисциплина держат их в повиновении. Каждый аристократ ответственен за соблюдение количества загонов со стидерами и назначает отряд дуэргар, который тренирует и присматривает за ними. Во время рабства под контролем освежевателя разума дуэргары оказывались подопытными в сотнях странных экспериментов, которые наделили их псионическими способностями. Каждый дуэргар рождается с некоторым количеством псионического потенциала. Типичный воин может стать невидимым или увеличиться в размере, а те, кто более усердно тренировал псионику, могут гораздо лучше владеть ею. Такие личности выводят свои таланты за пределы нормы, после чего они создают новые техники и могут обучить своих сородичей. Несмотря на такие усилия, у дуэргаров все еще нет понимания истинного потенциала своих псионических способностей. С точки зрения других существ, эти способности рассматриваются как подвид магического дара. В конце концов, какая им разница? Дуэргар становится невидимым из-за псионики или магии. Исход ведь идентичен в обоих случаях. Дуэргары, что познают псионику через исследование, описывают этот процесс как приобретение доступа к пространственному измерению, в котором они могут использовать энергию, извлеченную из разума. Используя этот источник энергии, некоторые дуэргары по своему желанию могут изменять свои тела и тела других существ, используя их мысли. Дуэргары, достигшие исключительного мастерства, могут перемещать объекты, не касаясь их, видеть на огромное расстояние, тренировать тела для получения невероятных способностей, вроде подъема валунов или превращения в жидкость, и проникновения их через щель в стене. То есть, да, ничему Летидов в жизни не учат. Сначала поработили гитов, те восстали и уничтожили их, теперь поработили дуэргаров, они восстали и уничтожили их. И на тех они стали псионические эксперименты, которые впоследствии стали одним из ключевых особенностей, из-за которых они сами и пали. Гениально просто. Поколениями дуэргары полагались на гуманоидных пленников с их неопытными обращениями с инструментами в мастерской. Только низший, ничтожнейший дуэргар согласился бы на работу, которая не требует высокого мастерства или изобретательности. Однако за последние десятилетия дуэргары начали прекращать пользоваться рабами. Некоторые обнаружили, что механические слуги, питаемые псионической энергией, более долговечны и эффективны, чем живые рабы.
Так было разработано множество механизмов, каждый из которых был предназначен для выполнения определенных задач в Дургарской крепости. Некоторые кланы создали механизмы вооружения для облегчения совершения налетов. Другие же решили изобрести землеройные механизмы и механизмы для создания туннелей. Огромные, схожие с големами, чудища, что крушат породу и извлекают из нее руду. Ну, гетов это занял много поколений, видимо, думали, что Дургары такие же неторопливые. Это действительно заняло Дургаров очень много поколений. Это, кстати, нигде не описано, сколько именно, но всегда описывается, что многие-многие поколения, пока Элитиды ставили эксперименты над Дургарами, они вот приобретали псионические способности со временем. Но вот сколько именно, нигде что-то не указано. И еще одна, кстати, интересная особенность, которая показывает разницу между дварфами и дургарами. Дварфы имеют репутацию любителей выпить. Хотя употребление алкоголя играет значительную роль в их культуре, ошибочно предположить, что интоксикация оказывает на них такое же влияние, как на людей. Люди пьют, чтобы забыть. Дварфы пьют, чтобы вспомнить. Они находят на дне кружек источник ярких воспоминаний о прошлом, о своем клане, о великих победах, о монументальных провалах. Когда дварфы пьют в группе, этот эффект усиливается среди них. Клан может радостно петь о триумфе, когда они вспоминают о поражении дракона, или рыдают, вспоминая смерть любимого старейшины. В отличие от клановых сборов, дварфы, которые пьют в одиночку, неизменно становятся мрачными и угрюмыми. Когда они отделяются от своих товарищей по клану, они не могут сопротивляться неприятным воспоминаниям. Если вы опытный путешественник, то знаете, что лучше оставить в покое пьяного дварфа вон в том дальнем углу. В отличие от своих сородичей дварфов, дургары употребляют алкоголь только в умеренном количестве и избегают излишней бездеятельности. Из горького опыта дургары узнали, что те, кто пьет слишком много, рискуют пробудить глубокие расовые воспоминания в жестоком обращении к своим предкам от рук свежевателей разума. Психическая агония, которая вызывает эти воспоминания, проявляется тяжкой шоковой реакцией. К примеру, пьяный дургар может бежать в панике и искать безопасное место, чтобы спрятаться, пока эффект не спадет. У другого же может проявиться желание избить кого-либо поблизости, выплескивая свою ярость от пребывания в рабстве у своих бывших хозяев. Такая вот лекция. Ну, вообще-то не забывайте, пьяный гном и пьяный дварф – это очень большая разница, потому что пьяный гном – это гном, это такое маленькое существо, очень умное, очень хитрое, изобретательное, а пьяный дварф – это кое-что похуже, и не надо путать гномов и дварфов, это очень большая разница. Такая вот фигня. Дварфы в Pathfinder были… Дварфы по ДНД только, в данной лекции только дварфы по ДНД были, и другие вселенные не затрагивались. Вот такая фигня.